Дорогие земляки, житомиряне, в нашей жизни нету радостнее и светлее праздника, чем Пасха Господня. Это праздник благодати Божией, всемирной радости и очищения души человеческой. Мы поздравляем вас с Пасхой сегодня. Этот праздник – сама красота. Православный народ отмечает воскресение Иисуса Христа. Пусть живут в вашем доме забота, доброта, вера, истинный свет. Пусть всегда будут хлеб и работа, счастье, радость на множество лет. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес!